3, 2, 1. Немного подпрыгнул, вытянул в этот раунд. Не понимаю, очень серьезно. Знаешь, иногда спрашиваешь у судья, почему выиграл ты? И судья отвечает, я судил по трюкам по всему турниру. В данном случае, я логику. Самонет одно и то же показывают, диармисты разные. Ведь, блядь, ну самодет реально, он не показал аперы, чувак. Ну, самодет не показал аперы. И одно и то же делает. Ладно, Шура, у Шуры дохуя пишет, блядь, он может показывать. Самодет одно и то же задроченное и все, блядь. То есть мне, блядь, одно и то же себя задрочено, ему, блядь, финалы проходить, блядь, ну это пиздец. Да, это дрочно, пиздец. Это как я. Нихуя не умею, только одно задрочено все. Рейк новый. Рейк лип. Рейк спин. 5 секунд. Это все равно в финале, блядь, два этих. А? Два укр фристайла, блядь. Мне похуй, я за Эмэля. Почему же нахуя дропа? Если еще этот выиграет, это будет пиздец. Я охуею, реально. У Эмэля ни одного дропа еще не было. Ни одного. Прикинь, блядь, если Шура проебет, это будет... Чувак, если Шура проебет, это будет первый раз в истории, когда он, блядь, не встал. Ну, блядь, ну имейля, блядь, тяпнули, это дичь, конечно. Не гони, блядь. Без дропа, не гони. Нахуй туда так, блядь.